Департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда и гипермаркет «Реал» провели День качества продукции, производимой в Волгограде. Мероприятие прошло в рамках празднования дня рождения магазина. Гипермаркету «Реал» исполнилось 5 лет. Идея пришла спонтанно. Как раз «Волгоградское качество» обратилось к нам с этой просьбой администрации города. И мы подумали, почему бы и нет приурочить эти два праздника. Это очень важно для нас, как для продавцов, потому что мы знакомим и с именитыми брендами, и также с брендами местных производителей. И это очень хорошо для местных производителей. Они выходят на другой уровень, на уровень мировых поставщиков товаров. А также это очень приятно нашим покупателям. Они знакомы с местным товаром и идут к нам за этими покупками. Хотелось бы поздравить всех покупателей, а также своих сотрудников с нашим праздником, с пятилетием «Реала». Это самое замечательное событие, которое наш магазин отмечает в этом году. В торговом зале гипермаркета «Реал» состоялась презентация, дегустация продукции и раздача подарков активным покупателям. Участниками акции стали 10 волгоградских предприятий-производителей, продукция которых маркирована знаком «Волгоградское качество». В акции приняли участие и 4 волгоградских производителя-претендента на ношение знака. Дегустация и оценка продукции волгоградцами станут далеко не последним аргументом при принятии решений. Мне очень отрадно заметить, что на протяжении последних 2 лет очень активно крупные магазины, гипермаркеты, сетевые торговые компании проводят Дни качества волгоградской продукции, потому что жители нашего города все охотнее и охотнее выбирают тот продукт, который произведен на волгоградской земле. Вне зависимости от того, будь это там сладости, колбасы, напитки, хлеб там или еще какой-то иной продукт, главное становится то, что можно попробовать волгоградскую продукцию, ее можно оценить здесь же на месте и здесь же можно ее приобрести. Вот это самое главное. Увеличивается ассортимент волгоградских товаров, а значит, те дни качества, которые администрация Волгограда проводит вот уже на протяжении нескольких лет, дают свои плоды. Мы можем говорить даже в цифровом выражении о том, что по сравнению с прошлым годом доля волгоградской продукции у нас увеличилась в торговой сети. То есть на сегодняшний момент это где-то порядка 58% от общей товарной матрицы, которая есть в магазинах. И это очень хороший результат. Никто и не рассчитывал сразу на то, что все магазины будут заставлены только волгоградской продукцией. Безусловно, конкуренция должна присутствовать, и потребитель должен иметь выбор. И вот дни качества, они помогают наиболее правильно оценить и сделать свой выбор нашим потребителям. Если потребитель выбирает волгоградское, значит, он правильно оценил, и значит, он правильно, собственно говоря, сделал свой выбор. Волгоградская продукция, она очень хорошая, она очень качественная, и она, самое главное, соответствует потребительским ожиданиям волгоградцев. То есть соотношение цены и качества здесь находится в полном балансе. Сегодня мы представляем свою продукцию, одни из самых лучших наших сортов конфет и зефира. Это зефир «Конфеленок», конфеты «Жаркое лето» с халвой, это вафельные конфеты с натуральной подсолнечной халвой и отражение «Люкс». Уникальный наш сорт на основе молочной массы с большим количеством орехов. Очень вкусно, пробуйте, дегустируйте и потом обязательно приобретайте. Мы сегодня представляем продукцию Михайловского мясосыркомбината, кисломолочную, это цельное молоко. Это бифилайф, это кефир, это ряженка. Вся наша кисломолочная продукция произведена из натурального сырья на живых бифидобактериях. «Реал» нам идет навстречу. У нас здесь очень представлен хороший ассортимент нашей продукции. Как кисломолочная продукция, так и сыры, так и наше масло знаменитое. На протяжении долгого времени мы участвуем в акции «День качества», которая проводится при поддержке администрации города Волгограда. На рынке города Волгограда мы представлены уже более 13 лет. Эту продукцию знают все. Я имею в виду горную поляну. Также у нас сейчас представлено очень широко «Серебряный дар», родниковая, это питьевая вода, и также у нас новинка, напиток «Серебряный дар» с ароматом лимона. В самое ближайшее время у нас уже готова к запуску лимонадная линейка, будет называться она «Горная полянка». Нам хочется отличиться от всей массы, да, именно вот тем, что мы волгоградские производители. И вот этот значок очень поможет нам, я надеюсь, во всяком случае, на это, продвигать нашу продукцию и увеличивать объем, соответственно, продаж. На акции мы сегодня представляем компанию «Царь продукт». У нас сегодня проходит дегустация для наших любимых покупателей. И мы представляем нашу продукцию. Это и сырокопченые колбасы, и варено-копченые колбасы, и сосиски, сардельки, и также деликатесы.
Дни качества местных товаров в магазинах города стали привычным и ожидаемым событием для населения Волгограда. Регулярно в крупнейших магазинах города проходит презентация сразу нескольких компаний-производителей. Покупатели могут не только изучить местную продукцию, но и попробовать ее на вкус. Стараюсь гораздо чаще покупать волгоградские, потому что, прежде всего, что я... Почему за нашего потребителя? Это... Потому что будет работать наше предприятие волгоградские, соответственно, это количество рабочих мест и улучшение только в Волгограде, Волгоградской области. Я надеюсь, что продукция волгоградских производителей более качественная в связи с тем, что она производится здесь, используя наше сырье, наши мясные продукты. Главная задача при проведении Дней качества – сделать волгоградскую продукцию узнаваемой и воспитать у жителей Волгограда потребительский патриотизм. Анна Дребнева, Алексей Литвинов, Волгоградское деловое телевидение.